ситуація, яку я хочу вам сьогодні показати, і проблема, про яку ми будемо говорити, це проблема, вона більше пов'язана з емоціями, з ірраціональним вибором, з нераціональністю споживачів. І я, слухаючи попередні доповіді, да, і я вирішив, що я маю зробити маленький такий вступ, не починаючи свою презентацію, щоб пояснити деякі речі, на які базується моя релігія. Так, що я вірю, що я не вірю. Ну, так склалося, що я поєднував завжди практику теорію і маю в своєму портфелі навіть дисертацію з економічної теорії, яка пов'язана якраз з нераціональністю поведінки споживачів. Тому що б я хотів сказати, я дуже часто останній рік я бачу різні дослідження різних компаній, які говорять про раціональність споживача. І знову сьогодні, да, ця тема випала, і ви говорите про раціональність. Що б я хотів сказати, да, що я вірю? Я якраз не вірю в раціональність. Я хочу сказати, що з точки зору економічної теорії, раціональність є, ну, це поняття економічної теорії 18-19 століття. Починаючи з 20 століття, вже ніхто про раціональність споживачів не говорить. Да? Я просто хочу, щоб ви. Я думаю, що просто дослідження, які GFK робить, вони абсолютно правильні, вони фіксують абсолютно адекватні висновки. Але висновки, тобто слово раціональність, я думаю, що це не те слово, яке треба використовувати. Ну, це те, що я вірю, що я думаю. Я просто боюся, що ви зараз тут не закохалися в раціонального українського споживача. Ну, я думаю, що це повна дурниця, тому що українці – це Південна Європа, і слово раціональність і Південна Європа – це такі антагоністи. Це ще сказав. Я вибачаюся, я перейду на російську, тому що я мислю все ж таки російську мову. Я думаю, що це. Ми зекономимо купу часу, якщо ви не проти. Не? Значить, в початку 20 віка, починаю там з багатьох школ психології, я не буду говорити там, о Фрейді, о Юнгі, о Бадлері, якщо вам цікаво цим вопросом займатися, ну, була дуже хороша фраза, яка прилежить Хаєку, відомому економісту мировому. Хаєк сказав лучше всіх, як мені кажеться. Він сказав, що прежде чим ми повинні доказувати, що потребитель ірраціонален, чому ми взагалі повинні вірити, що він раціонален? Ну, чому ми прийняли, що він раціонален? Вот экономическая теория считала потребителя рациональным до начала 20 века. Этому понятию больше 100 лет. Я вас очень прошу, будьте осторожны со словом рациональность. Сегодня исследования показывают, что такая штука, как рациональность, она вообще физиологически не присуща человеку. Человек – существо эмоциональное. Большую часть поступков он делает в эмоциях и неосознанно. Сейчас вышла очень хорошая книга, написал ее Канеман. Это было два удивительных человека. Когда работал на диссертации, было два великих психологов, Канеман и Тверский, которые совершили чудо. Их чудо заключалось в том, что они получили Нобелевскую премию по экономике, психологи. Это было впервые в истории Нобелевской премии. Я не помню, когда это было, ну, лет 6-7 назад примерно. Так вот, они как раз очень много говорят о нерациональном выборе и о иррациональном. С точки зрения философии, что такое иррациональный выбор? Рацио – это осознанно, а иррационально – это неосознанно, подсознательно, понимаете? Не путайте с нерациональным поведением, это экономически невыгодное поведение, это совершенно разные вещи. К сожалению, мы страна с очень плохим базовым образованием, поэтому мы просто часто путаем понятия, не знаем элементарных понятий. И в этом заключается наша проблема. Так вот, рациональность как таковая, это очень спорное физиологическое понятие человека. Да? То есть мы многие поступки делаем эмоционально. Об этом многие выдающиеся люди говорили, и в том числе наш с вами земляк Николай Амосов, который причислен к выдающимся людям 20 века. Вы знаете, да, что Николай Амосов, который, к сожалению, умер уже... В 2004, если не ошибаюсь, в 2003 году, он тоже говорил очень много, они занимались исследованием искусственного интеллекта в Киеве. Амосов причислен сегодня к выдающимся людям 20 века вместе с Эйнштейном, Юнгом, наш с вами земляк. Да, родился он в России, но всю сознательную жизнь он жил и работал в Киеве. Так вот, Амосов говорил такую вещь, я ее утрирую очень просто, что люди, конечно, используют мозг, там, вычисляют там, что-то, да, там, сколько там автомобиль бензина потребляет и сколько там... какая скорость и все прочее. Но когда человек делает выбор, то критериями выбора всегда являются эмоции и чувства. Выбор человека всегда. Это B2B, B2C. Вот мне часто говорят, а как же на B2B? У нас же там политика, закупок и все прочее. Везде, где присутствует человек, везде доминируют эмоции. Запомните, их может быть больше или меньше. Человек – существо эмоциональное. Что получается с человеком? Что головой вы думаете, есть хороший анекдот, знаете, про мужа и жену. Кто в семье главный? Говорят, мужчина в семье – голова, да? А жена – это шея. Куда шея повернет ту голову, туда она и смотрит. Вот точно так же происходит с мозгами. Вот куда эмоции мозги развернут, туда они и смотрят. Так вот, то, что сейчас происходит в Украине, я абсолютно согласен со всеми выводами, исследованиями, с той фиксацией ситуации, что люди стали более осторожны, бережливы и так далее. Это происходит по другим причинам, не потому что они стали рациональны. Это происходит потому, что потребитель украинский стал напуганным. Это напуганные люди. Не путайте это. Как только они успокоятся, эти люди, они опять возьмут все свои кошельки, да, все свои эмоции, чувства, побегут в магазин и будут их растрачивать абсолютно бездумно, даже как они делали до этого. Вот, потому что
те вещи, которых мы пытаемся вложить в слово рациональность, да, когда мы о них вот сейчас вот многие компании делают исследования и говорят, это поведение потребителя фиксируется как рациональное сейчас. Они говорят о бережливости какой-то и так далее. Это вещи не физиологические, это вещи не психологические, это вещи, в основе которых лежит культура поведения. То есть это ценности, понимаете? Так вот, такая культура поведения рациональная, присущая в Европе только группе стран, которая называется Северо-Западным протестантским поясом. Знаете, что это такое, да? Что такое Северо-Западный протестантский пояс? Это Швеция, часть Германии. Вот это страны, где выработана культурная составляющая. Они физиологически такие же люди, как и мы, но их культура, она является культурой бережливости, сдержанности и так далее. Так вот, чтобы изменить культуру, нужно поменять ценности. Ценности не меняются ни за год, ни за два. И даже Майдан, который произошел, священная вещь для нас, она, к сожалению, массово ценности нашей стране не поменяла. В этом есть большая беда. И наша проблема не Порошенко и Яценюк, а то, что ценности не изменились. То, что ценности людей, простых украинцев, они такие, какие не были, такие не остались. И украинцы хотят в Европу вести себя, как европейцы, не хотят. Поэтому, как только украинцы успокоятся, внешний негативный фон уйдет, это первая причина, они сразу же побегут тратить свои деньги и начнут вести себя абсолютно нерационально. Поэтому те, кто ждет покупателя, не переживать, они придут. Да? Вторая вещь очень важная, которая отличает украинцев, украинские потребители не платежеспособны, никто не виноват. Если им дать сегодня европейские доходы, поверьте, доля потребления на душу населения будет больше, чем в Европе. Да? Это будет вдвойне масса. Не просто нечего тратить. Это как дети. Вы хотите, чтобы ребенок вел себя прилично, можете его бить, уговаривать, это бесполезно. Просто заберите деньги и будет вести себя прилично. Потому что до 19 лет в тенежеском возрасте у людей мозги выключены. Это физиология. Если вы даете деньги, вы его убиваете к 19 годам. Он все. Дети богатых родителей в большинстве случаев это уже 18 лет потерявших смысл жизни. То есть вот деньги забрали, ресурсов нет, конечно, они ведут себя сдержанно. О чем здесь можно говорить? То есть это не рациональность, не путайте это. Это просто напуганные бедные потребители, и все. Завтра включатся кредиты, пойдет внешний фон, позитивная пропаганда, и все изменится. То есть последнюю вещь вам в эту тему скажу. Да, я немножко работаю в разных группах, которые связаны вот с анализом общей ситуации в стране, не только поведения потребителей. Так вот, социологи, которые занимаются серьезными такими глобальными исследованиями нашего общества, да, куда мы движемся, что с нами происходит, они говорят, что на самом деле, если мы разрежем страну, например, по возрастному показателю, не восток и запад, а до 25, Украина 25, например, Украина 26 и старше. Это вообще две разных страны. Понимаете? Вообще радикально разных страны. Вот просто вообще. Потом вторая вещь, которая мне не очень нравится, когда делают выводы из исследований, когда начинают говорить о каком-то украинском потребителе. В Украине можно выделить, я думаю, ну как минимум там 4-5 совершенно разноплановых поведенческих групп, которые ведут себя совершенно по-разному. Больше эмоциональности, меньше эмоциональности, они что-то больше тратят. Сейчас есть люди, которые стали больше тратить, потому что стресс снимает таким образом через покупку. Такие группы ресурсы, они сейчас стали больше тратить. То есть в Украине, еще раз, до 25 и старше и больше 25, это две радикально разные Украины. Они ведут себя совершенно разные, когда они идут голосовать, и точно так же они ведут себя совершенно по-разному, когда они идут в магазины. Как мы можем о них говорить как о каком-то украинском потребителе, понимаете? Группа до 25, это, она очень похожа на европейские страны, Центральную Европу, очень похожа. И это наше будущее. Если эта группа сохранится и не свалит из этой страны, извините, у нас есть будущее. Если эту группу мы не удержим, то потребители от 25 и старше, мне самому 42 года, да, уже почти, поэтому я тоже к этой группе отношусь. Это националисты, которые, в принципе, не то что не хотят, они не могут вести себя как европейцы. Любомир Гузар сказал, что люди в возрасте, даже если они хотят, они не могут измениться. Вот они думают, что они уже стали вести себя по-другому, что они уже теперь европейцы, вот все там, ассоциация с ЕС. Они никогда, эти люди до самой смерти, вести себя как европейцы не будут. Понимаете, они будут нарушать правила, будут нарушать принципы и так далее, к сожалению. А внутри этих двух разных Украин существуют еще подгруппы, которые тоже ведут себя совершенно по-разному. Поэтому, когда вы анализируете своего потребителя, запомните, у вас здесь совершенно разные бизнесы представлены, у вас у каждого есть своя потребительская группа, только нужно понять, по каким критериям ее анализировать. Надо вникнуть в эту группу. Я вам посоветую, есть такая штука американцев, они называют это ВАЛС. Я напишу, если вы увидите. Кто не увидит, в перерыв подойдете, увидите. Есть такой инструмент ВАЛС. Переводится он как Values and Lifestyle. То есть ценности и стиль жизни. Маркетологи, когда знакомятся, два маркетолога встречаются, привет-привет. Знаете, как они друг о друге информацию получают? Они говорят, скажи мне, как ты тратишь свое время и деньги? Я скажу, кто ты. Вот здесь написано, как люди тратят время и деньги. Ценности и стиль жизни. Вот американцы выделяют у себя, в Штатах выделяют 9 таких групп, которые ведут себя радикально по-разному.
В Украине ситуация, ну, точно, как сказать, по этому же принципу тоже может быть разделена. То есть, как минимум, существует те же 8-10 групп, которые ведут себя радикально по-разному. Окей? Ну, опять же, это моя точка зрения. Я не претендую ни на что. Это моя точка зрения. Просто я очень боюсь, что вы не увлеклись, не попали в эту ловушку этой рациональности, да, что люди там изменили. Ценности меняются десятками лет. То есть, возможно, нам понадобится... Ну, сейчас говорят эксперты, что 15-20 лет нам понадобится. Мы ждем следующие выборы, да? Радикальные изменения, которые связаны вот с, как сказать, европейским образом жизни в Украине, и вообще с изменениями радикальными в политике могут произойти в Украине через 15-20 лет. Понимаете, почему? Потому что те, кому сегодня 20, придут к власти. Вот тогда появится другая Украина. 15-20 лет расслабьтесь, получайте удовольствие. В принципе, не все плохо. Вот. Надо жить и улыбаться, да? Все будет хорошо. Главное, что мы уже пошли в ту сторону, это вот самое главное. Потому что, например, извините, что я уже так ушел в эту политическую тему, в России ситуация радикальная, там безнадега. Потому что если украинца 20-летнего вы сравниваете с украинцем 60-летним, это люди из разных стран, они вообще друг друга не понимают. Поэтому студенты не ходят сегодня на лекции, я это приветствую. Потому что эти профессора и только заражают, понимаете. Им лучше не общаться, не контактировать вообще, это как инфекция просто. Ну, я не говорю о всех вузах, да, во Львове, кстати, есть радикально другой университет, но он, к сожалению, единственный в Украине, называется УНУКУ, Украинский католический университет, он радикально другой. Да, это совершенно новое явление. Я говорю о других нормальных, обычных украинских университетах, там слушай, не ходят на эти лекции. А если сравнить украинца 20-летнего с поляком, например, у них много общего, они там, не знаю, на 80-90% у них очень похожие взгляды на жизнь и тип поведения. Так вот, в России 20-летний россиянин похож на 60-летнего россиянина, понимаете? Все, это регресс, это тупик. Они идут по кругу. Окей, больше о политике не говорим, хотя, в принципе, это не политика, да, это, в общем-то, выводы, которые, да, потому что это общество. Я вообще, знаете, мы, в большей степени я занимаюсь бизнесом, бизнес-моделями, наш вот проект Divabee, о котором Володя говорил, это шведская программа для владельцев бизнеса. И, в общем-то, моя базовая экспертиза – это маркетинг, да, но это стратегический маркетинг, это связь маркетинга и бизнес-модели. Поэтому я говорю больше о предпринимательстве, о развитии бизнеса и том, как маркетинг, какой маркетинг играет роль в бизнес-моделировании. Вот об этом мы с вами будем говорить. Но я хочу сказать, что вы должны понять еще одну очень важную базовую вещь. Потому что вот Каха Бендукидзе, вот там лежит его книга, кстати, «Goodbye Империя», которую наш клуб Divabee поддержал в выпуске, и издательство львовское «Лево» ее выпустило. Каха Бендукидзе в этой книге есть, в эту фразу. Он говорит, что у вас есть два варианта. Можете учить тысячи, миллионы разных каких-то фактов, деталей. А можно знать всего несколько принципов. Вы будете понимать, как устроен мир. Понимаете? Вот учите принципы. Поэтому важнейший принцип бизнеса, вы же все бизнесом занимаетесь. Вот, у него, он заключается в том, что в бизнесе, бизнес происходит от слова busy. Быть занятым. Понимаете? То есть можно много знать, но самое главное в бизнесе это делать. Поэтому наши пословицы, когда говорят, почему ты такой бедный, если такой умный, все просто и понятно. Потому что умный, но не делать ни хрена. Поэтому вы можете много знать, оперировать разными фактами, но самое главное, чтобы вы понимали, что в бизнесе нужно много делать. Давайте знакомиться. Кто из вас владельцы бизнеса? Поднимите руку. Есть такие? Есть. Владельцы бизнеса не очень любят тратить время на всякую фигню. Вот они пришли. Это удивительно, но приятно. Здорово. А топ-менеджмент есть, руководители? Есть, много, хорошо, это очень приятно. А те, кто работают просто в маркетинге, есть? Есть, тоже очень много, да? Остальные думают, что они не работают в маркетинге, да? Ну, я же вам сказал, да, моя основа – это маркетинг, поэтому я хочу, не знаю, может, я раскрою для вас большой секрет, но на самом деле я думаю, что все сидящие здесь занимаются маркетингом. Если вы, в принципе, руководители, это одна из функций руководителя. То есть маркетинг может быть в том числе функцией, да, неважно, как называется ваша должность, но я думаю, что сюда. Вторая важная вещь, если вы работаете на конкурентном рынке, то вы 100% все в той или иной мере занимаетесь маркетингом. Окей, о чем я хотел, чтобы мы сегодня поговорили. Итак, маркетинговая стратегия или нереальная альтернатива реальности. И что это такое? Это как раз о радикально другой вещи, о иррациональности поведения потребителя, нерациональности поведения потребителя. Кстати, я вам стал говорить о Валсе. Сейчас Канеман, который я вспоминал, выпустил шикарную книгу. По-моему, называется «Надумай медленно, решай быстро», если не ошибаюсь. Это его последняя книга, очень интересная. Я вам очень рекомендую ее купить. И вот если в двух словах вам сократить вам время на чтение этой книги, то он говорит, что в принципе люди, у людей, как бы сказать, у нас в мозге как бы две программы, как мы принимаем решения. Первая программа, когда мы только сталкиваемся с каким-то продуктом или услугой, или с человеком,
то мы очень быстро, вы знаете, что мозг пожирает большую часть энергии. Да? Больше всего, что не любят люди, это думать. Думать, напрягать мозги, это больше всего, что мы не любим. Да не заблуждайтесь, это касается всех нас. Так вот, когда мы кого-то с чем-то сталкиваемся, да, с новым товаром, с новым предложением, с акцией, с чем-то еще, люди никогда не включают мозги. Вот первое решение они принимают вот такое, по инерции, эмоциональное. Ну, просто вот, ну, нравится, не нравится. Ну, говно какое-то, нет, а вот это интересно, а это неинтересно. Вот это все их решения. Если в ситуации, например, этого решения недостаточно, только тогда включается вот этот центр интеллектуальный, который там где-то там сзади находится, и редко когда они его достают. Если, то есть, не знаю, им угрожает какая-то опасность их жизни, я не знаю, им не хватает денег, например, что-то еще, кто-то притормозил, не дал купить, сказали, подумай, и вот это начинается, теперь надо думать. И вот это включается вот эта вторая херня, которая там сзади, вот это, знаете, пожирает нас, все время не дает нам наслаждаться жизнью, начинаешь думать, анализировать, понимаете? Вот об этом, собственно, эта книга. То есть не заблуждайтесь. Вот первые вещи считываются. Я сейчас сюда ехал, ваша компания «Галнафтогаз», правки о, как это, я их очень люблю, уважаю, очень серьезная системная компания. Вот они лидеры вообще, чемпионы Украины по количеству акций в день, в час даже, наверное, да, в том числе бредовых. Вот. Иногда бывает что-то хорошее, иногда бывает полный бред. Это правда. Я их очень люблю, поэтому я их критикую, так, если бы мне не нравились, я бы ничего не говорил. Вот я сегодня еду, я не поверил своим глазам. Наконец-то, вот мне кажется, не знаю, 10 лет эволюции прошло к тому, что вот они сделали миллион акций, чтобы наконец-то написать что-то умное на своих заправках. Вот реально очень сильный месседж, очень классный. Вот. Как же там написано? Дословно могу ошибиться, вы увидите. Сбережи свой автомобиль или что-то такое. Вот это вот точка, вот это будет работать, поверьте. Это шикарная вещь, вот просто сбережи свой автомобиль. Понимаете, что такое человек, подъезжающий к заправке ОК? А ты едешь и думаешь, красивая, да? Красивая заправка, классно, чистенько. Но бензин же, блин, дорогой. Мы же все знаем, что там дорогой бензин, правда? Дорогой же бензин. И ты думаешь, блин, заехать, не заехать. Красиво, чисто, вкусно, дорого. Красиво, чисто, вкусно, дорого. Что же делать? А может разочек, а может в следующий раз. И ты едешь, не знаешь, что делать. И в это время нужно человеку дать подсказку. Дать ему как легонечко сзади раз, так, знаете. Помогите ему принять решение. Сбережи свой автомобиль, идиот. Ну что, сразу так не сказали, да? Все понятно. Это святое, понимаете? Автомобиль, особенно для мужчины, это же как ребенок, это как дети. Да? Вот, вы знаете, что в рекламе работают две вещи. Это дети и кошки, коты. Но люди реагируют на детей и на котов. Вот если говорить об автомобиле, это то же самое, это же святое. Ты что, типа лох, ты за своей машиной не следишь. Да? Ты там экономишь, хочешь сэкономить эту гривну на бензине. И что, сейчас поедешь заправляться неизвестно куда? Ну, тут все, вот эти вот люди просто, они вкладывают все. Вот все, что они там до этого делали, писали и так далее, вот все вкладывается в простой месседж. Я думаю, что если им хватит воли вот этот месседж сохранить, он должен работать. Он будет работать. Это такая сильная привязка, такая сильная ассоциация, которая потом вот в нейронную модель превратится, глубокое подсознание, что око, сбережись в автомобиле, все, это будет работать. Окей. Итак. Я долгое время с большим уважением относился к таким людям, как медики. Вообще к медицинскому образованию. Ну, вы знаете, во-первых, 9 лет учиться, это надо иметь, не знаю, какую силу воли. Вот, то есть или что-то не иметь, или иметь силу воли. Потому что 9 лет выдержать. Потом постоянно, вы знаете, что такое медицинское образование? Ты постоянно должен совмещать практику и теорию. И мне все время казалось, что это очень близко к маркетингу. Потому что, ну, как маркетолог может быть без практики, да? Это же абсурд какой-то. Какой-то маркетолог-теоретик там, потому что сидит, что-то выдумывает. Ну, хотя у нас, в принципе, в офисах много таких маркетологов-теоретиков. Они сидят в офисе, там, что выдумывают себе там какое-то позиционирование, какие-то месседжи, да? Они потом вот об стенки так бах-бах-бах в этом офисе, да, все попадали, они не замечают, что они все падают и под столом. Они никуда не доходят, эти месседжи. Да? У нас много таких маркетологов, теоретиков, они еще оторваны, как декабристы от народа. Но маркетинг образования, вообще маркетинг должен быть неразрывно связан с теорией и практикой. Просто надо как-то эксперименты делать каждый день. Да? Вот там нет каких-то законов, есть эксперименты. И вот то же самое медицина. Ну, к сожалению, правда, как говорят, домохозяйки прячут свои ошибки под майонезом, а врачи под землей. Вот. Поэтому, конечно, эксперименты в маркетинге. Вообще маркетинг – это шикарная профессия, знаете. Да, в отличие от летчика, ну, неквалифицированного маркетолога выявить практически нереально. Да, вот он может там год-два получать зарплату в компании, потом переходить в другую компанию. Там. Вот, коммуникация у нас не работает. Летчика сразу видно, да, он в принципе, там, даже первые несколько секунд взлетел, не взлетел, все понятно, летчик или не летчик. А вот как понять, это маркетолог или не маркетолог, да? Особенно, если он закончил какую-то приличную школу, выучил пару ругательных слов, там, affinity индексы. Ну, в общем, понимаете. Так вот, но, к сожалению, маркетологи связаны с такой тонкой материей, как вот эта нереальная реальность. Что это такое?
Ну, в общем, видимо, медики услышали, что я их хвалю, и стали меня приглашать на медицинские форумы. Вот я был недавно в Киеве на одном медицинском форуме, значит, и, соответственно, вник в эту тему такой штуки, как плацебо. Знаете, да, что это такое? Вот, оказывается, в 1955 году, да, вот Генри Бичер опубликовал свою первую статью, и после этого стали к этому серьезно относиться. Но что здесь интересно? Вот, наверное, примерно 50, это почти 60 лет, к эффекту плацебо относились как к чему-то негативному в медицине. Думали, что это плохо, надо снижать его эффект. Но вы знаете, да, есть высказывание, что таблетки — это 80% эффект плацебо. И с ним боролись. Пока гениальные ученые из медицинской сферы, американцы, конечно же, неизвестно, конечно, откуда они приехали в Америку, но когда это сказали американцы, они сказали, что не надо бороться с эффектом плацебо, его нужно использовать. Вот этому открытию, этой идее буквально, не знаю, лет 5. Спасибо. Они сделали интересное исследование. Значит, человека, который болен, привозят в поликлинику, да, или в больницу. В этой больнице вместо докторов переодетые артисты театра. Это очень хорошо играет докторов. Да? Ему ставят какие-то капельницы там, с глюкозой, дают ему таблеточки, там, какая-то салициловая, там, это, ну, витаминка С. И очень много ему уделяется внимания. С ним разговаривают, приносят, с ложечки кормят. И вот он лежит. И что вы думаете, он выздоравливает? И заметили прогресс. То есть появилась идея, что эффект плацебо в медицине нужно использовать. То есть чем больше вы даете человеку сигналы, что вы якобы его лечите, тем больше его организм начинает включать какие-то внутренние ресурсы, и он выздоравливает. Вот что я хочу сказать. Маркетинг практически весь построен на эффекте плацебо. Но только закон маркетинга, который называется «воспринимаемая реальность», появился гораздо раньше. Гораздо раньше, в 18 веке, был один из первых известных маркетологов в мире. Звали его Иммануил Кант, как вы видите, да? Кто сзади, те не видит. Я считаю, что это один из самых выдающихся маркетологов мира, немецкий маркетолог. Он сказал такой вот закон, что нет никакой действительности, кроме воспринимаемой. Мы с вами сейчас, к сожалению, заплатили очень высокую цену, чтобы доказать это на практике. Потому что вы видите, что рядом с нами находится страна, в которой 140 миллионов людей, а вот на ту и ту же проблему, на которую мы смотрим вот так, смотрят радикально по-другому, потому что у них создана совершенно другая воспринимаемая реальность. К сожалению, ребята, если копнуть глубже, я не буду вас этим там убивать, да почитать очень многие серьезные работы, связанные с выдающимися психологами, то, в общем-то, вывод, который делают психологи-философы, он такой, что, в принципе, реальность человеку недостижима. Вот истина, да, как если мы говорим, то есть понятие правды, не путайте с истиной, правда у каждого своя, а вот истина, она одна. Так вот, к сожалению, достижение истины человеку невозможно. Так же, как и понимание, вот, оценка реальной действительности практически невозможна для человека. И даже вот здесь, в зале, не знаю, сколько у вас здесь сидит, человек 200, наверное, 250, у каждого своя воспринимаемая реальность. Каждый из вас воспринимает мир или действительность, или то, что сейчас происходит здесь, или какой-то продукт, какую-то услугу, какую-то компанию, воспринимает по-своему. Это страшная вещь. Это нужно просто принять как основу основ. Я считаю, что это один из самых фундаментальных законов маркетинга, понимание этого принципа. Что простым языком, что это говорит простым маркетологам? Это говорит вам главный вывод, который вы должны сделать. Не важно, чем на самом деле является ваш продукт, ваш товар или услуга, а важно что? Что о нем думают потребители. И здесь мы попадаем в такую ловушку, такого вот постсоветского менталитета. К сожалению, все, многие из нас родом из СССР, да, к счастью, вот многие молодые поколения уже не понимают, что такое СССР. Система образования Советского Союза, она была технократическая. Вот нас очень много учили физики, химии и так далее. Вот мы такие технократы, кто оттуда, вот кому там 40 лет, как мне, например. И мы привыкли всегда, если мы хотим что-то оценить, то мы начинаем сразу думать, так, из чего же, блин, сделан этот экран, да? Что это за материал, какая длина, ширина, какой состав, постучим, посидим на этой колонке, сколько чего, какая краска и так далее. Мы начинаем сразу анализировать какую-то реальную, что за пол. Из чего пол? Вот что там под этим линолеумом, а? Или под этим покрытием? Дерево? Какое дерево? Насколько дорогое, крутое? Да пофигу, какое там дерево, не видно, понимаете? А вот что вы вложите в голову, так какое дерево положите туда? Что-то какое-то редкое дерево там в Закарпатье, не знаю, или еще откуда-то привезено. Не знаю, может оно из Африки, там какие-то обезьянки с красными частями тела терлись по этому дереву. Вложите это в голову, и все, его же не видно, оно за линолеумом. Так вот, первое важное, не важно, чем есть ваши товары и услуги, важно, что думают о них потребители. Это и есть воспринимаемая действительность. И люди живут в этой воспринимаемой действительности. Как это происходит на практике? Я, кстати, чтобы не отставать от медицины, решил ввести новый термин такой в маркетинг. Я его назвал плацетинг.
Он, конечно, на английском должен считаться placing, да. Ты уже позже, к сожалению, понял. Многие путают, думают, что это слово place. Это плацетинг, да? Понимаете, да? Потому что плацебо и маркетинг объединяем, получается такой термин плацетинг. Поэтому, если будете цитировать, то говорите, что это было про плацетинг. У меня есть авторская программа, которая называется «ДНК успешной компании». Мы даже как-то во Львове ее делали. И вот я там построил такую модель, вот как можно, как у человека есть ДНК, так и у компании, мне кажется, должно быть свое ДНК. Что такое успешная компания? Она какие-то вещи делает правильно. Я положил туда 4 треугольника и ряд инструментов, которые помогают на это ответить. Так вот, в основе этого лежит такая, в основе этой всей модели ДНК лежит вот такой золотой треугольник Славутского. Это самая простая формула успеха, которую я вот, в принципе, в своей жизни встречал. О чем она говорит? Что, конечно же, для маркетологов священным является бренд. И бренд всегда важен для успеха компании. Но бренд дает нам эффект, делает компанию успешной, если он опирается на качественный продукт и эффективную бизнес-модель. Тогда ваша компания успешна. Если компания сбалансирована, все эти три вещи у нее хорошо развиты, она успешна. В Украине практически не существует сбалансированной компании. Украинская среднестатистическая компания – это как езда на велосипеде с раскрученными колесами. Знаете, в детстве кто ездил, да, вот так вот постоянно едут и думают, что-то задницу заносит или руки колбасит. Что ж такое? Это раскручено все, вот колеса раскручены. Продукт, например, хороший, а бренд, они слова такого не слышали. Да? Или бизнес-модель, вся ее эффективность на том, что, в принципе, там кум на таможне. А потом кума попросили с таможни, и бизнес-модель как-то стала неэффективной. Вот. И я часто знаю, так вот ребят приезжают купить компанию, говорят, все красиво, здорово выглядит, а потом раз, посмотрели, а что-то у вас в балансе нет затрат на электроэнергию. Так, потому что директор электростанции мой кум. Так а он продается вместе с компанией кум или не продается кум? То есть вы что продаете, кума или компанию? Иногда кума выгоднее купить в нашей стране. Вот это вся, ну там много есть тонкостей, нюансов. В цивилизованном мире, конечно, конкурентоспособность бизнес-модели строится на другом, но мы сейчас об этом не будем говорить. Так вот, есть какая страшная вещь для нашей ментальности. К сожалению, постсоветская ментальность тоже еще вот эту часть, я же говорил, да, заражение вот старшим поколением молодого. Здесь есть проблема того, что когда мы думаем, оцениваем качество наших товаров и услуг, мы всегда думаем о реальном качестве. Из чего они реально сделаны, какие они на вкус, какие там ингредиенты. Если мы, например, сравним украинскую и американскую компанию, то мы увидим, что у меня один друг недавно первый раз побывал в Америке, он вернулся, то первое, что он сказал, что как тебе Америка, он сказал, там везде маркетинг. Это было первое впечатление, везде маркетинг. Так вот, если мы сравним украинскую и американскую компанию, то мы увидим, что действительно составляющие того, что называю воспринимаемой реальности, в американских компаниях, они на голову выше. На голову выше. А у нас в Украине постоянно, у меня есть такой друг, он говорит, знаешь, он производил бытовую химию. Я, говорит, к себе пригласил уже самых лучших экспертов. У меня работают лучшие там технологи, там какие-то даже там доктора наук. Я взял образцы своих конкурентов, мы все проанализировали, разложили. Наша продукция в разы лучше. Но эти идиоты-потребители не покупают. Почему не покупали? У него нет баланса, я это называю балансом между инвестициями в реальное качество и инвестициями в коммуникации. На чем это строится? Слово «качество», если мы говорим о продукте, вообще-то слово не маркетинговое. Если вам маркетолог или ваш директор по маркетингу говорит постоянно, что у вас должен быть качественный продукт, гоните его. Это наверняка это скорее летчик, а не маркетолог. Это один из факторов. Маркетологи такие слова не используют. Кто использует слово «качество»? Технолог, начальник производства, да, и так далее. Маркетологи говорят, что продукт, чтобы быть качественным, должен быть каким? Каким? Красивым. Ну, я бы сказал, что он должен быть сексуальным, конечно. Да, я люблю это слово, это абсолютно правда. Недавно меня одна девушка поставила в тупик в Киеве. Она говорит, а если мы продукты детям продаем, он тоже должен быть сексуальным? Тогда я поправил, сказал, окей, ладно, он тогда должен быть, как говорит Славутский, магнетическим. Для взрослых сексуальным, для детей магнетическим. Макдональдс для детей очень магнетический. Так вот, когда мы говорим, что наш продукт, то есть товар или услуга, качественный, с точки зрения маркетинга, это означает одно – он конкурентоспособный. Абсолютно не важно, какой там биохимический состав. Это вообще не имеет никакого значения. Он конкурентоспособный. Что такое конкурентоспособный? Это значит, что он удовлетворяет потребителя, запросы потребителя, и удовлетворяет их лучше, чем продукт конкурента. Вот это и есть конкурентоспособный. Поэтому мыслить нужно только этими категориями – конкурентоспособности продукта. Итак, вот эта конкурентоспособность, она базируется на общем наборе ценностей, которые вы предоставляете. Вообще через весь маркетинг это идет как такая ключевая вещь. Все, что вы делаете, ваша миссия, ваша компания. Вот вы все начинаете бизнес и пишете «наша миссия». Что такое ваша миссия? Это ценность, которую вы рынку несете.
Вот делаете хорошо эту ценность, значит, живете, миссию выполняете. Не выдумывайте никакого там спасения мира. Ваша миссия очень проста. Делать то, что вы делаете на хорошем уровне, чтобы это было конкурентоспособным. И вот тогда ваша миссия выполняется. Так вот, набор ценностей, который мы даем рынку, даем покупателю нашему, он состоит из двух частей. Он состоит из реального качества и воспринимаемого качества. И их нужно разделять. Все это вместе формирует набор ценностей для потребителя. И вот проблема в чем? Если мы посмотрим на украинскую компанию, то мы увидим, что у нее 80-90% в пропорции это реальные качества. Если мы посмотрим на американскую компанию, то у нее реальные качества будут занимать 20-30% в общем наборе ценностей. А 70-80% это будет воспринимаемое качество. Никто из вас не летал на Большой каньон на вертолете? Нет? Там вас сажают в вертолет, значит, дают наушники. Вы летали, Татьяна, знаете, да? И вот ты когда подлетаешь к каньону, там начинается музыка такая. Ну, вдруг вы идиоты, не поняли, что вы подлетаете к самому охрененному каньону в мире. Понимаете? И сейчас вы увидите такое, что вас должно разорвать просто. И чтобы вам это подсказать, они вам нагнетают это музыкой. Когда-то Олег Скрипка мне сказал, в современном мире музыка может настолько манипулировать эмоциями людей, она может вас за 5 минут заставить вас разрыдаться, тут же бросить вас в смех, понимаете? Сделать вас счастливым и задуматься вас полностью, сделать вашу жизнь трагичной. В течение 50 минут. Просто музыкой. Музыка – это колоссальный инструмент воздействия на эмоции человека для того, чтобы подтолкнуть его к какому-то определенному поведению. Так вот, следите за этой пропорцией. Теперь очень важно. Обычно я раньше этого не говорил, потом я понял, что это было большой радикальной ошибкой. Люди уходят после таких встреч со мной и говорят, Гуд сказал, надо понижать качество. Вообще впаривать ему, главное побольше рекламы, все впаривать и не тратить деньги на качество. Вот я просто хочу сейчас засвидетельствовать, да, присутствие большого присутствия. Я такого не говорил. Еще раз, ни в коем случае я не призываю вас снижать качество реальных товаров. Это надо анализировать, конечно. В каждой ситуации так бывает, украинские компании чрезмерно инвестируют. Чрезмерно. Когда потребитель уже этих опций не видит, для этого нужен анализ. Да? Есть хорошая модель Кано, я ее делал, например, на своей программе ДНК. Но это нужен анализ. Нужно понять, действительно ли у вас, может быть, какие-то опции нужно отказаться. И потребитель просто не видит или не нуждается в них. Но еще раз, я не призываю вас. Я, наоборот, я сторонник того, чтобы мы наконец-то дали, предложили миру качественные украинские товары. Потому что, к сожалению, пока Made in Ukraine ассоциируется только с некачественными и ненадежными. Поэтому ни в коем случае. Я сейчас говорю о том, чтобы вы наращивали у себя, наращивали долю воспринимаемого качества, воспринимаемой реальности. Что это такое, как это делать? Ну, чтобы вы поняли, насколько это важно, я вам расскажу такой простой житейский анекдот. Знаете, есть два друга встретились, один другому рассказывает. Говорит, ты знаешь, моя жена думала, что я изменяю. Ну, говорит, как надо проблему решать? Она пошла, там подруга ей подсказала, пошли к какой-то бабке, там что-то они там погадали там, что-то сделали, приговорили. Ну, говорит, ну и что? Ну и все, теперь она думает, что я не изменяю. Вот это воспринимаемое качество. Итак, что это такое? Какие составляющие? Я вам простые вещи, которые понятны всем. Вот посмотрите, что такое составляющие воспринимаемого качества? Бренд. Без этого никак. Какой у вас бренд? Оцените его. Вот возьмите треугольник Славоцкого, скажите честно, что у вас доминирует? Продукт, бренд или бизнес-модель? Нужно всем этим заниматься, чтобы все это было в балансе. Репутация. Особенно если это рынок B2B, да, там часто говорят о репутации. Какая репутация у вас? Дизайн. Это мы вообще не любим, не понимаем. Ну зачем? Особенно когда, знаете, особенно когда с врачами, я уже не вспоминал, когда им говоришь, они почему-то маркетинг воспринимают как некое надувательство. Вообще у нас, к сожалению, в нашей стране испортили несколько очень хороших слов. Предпринимательство и маркетинг. В общем, думаю, что маркетинг – это манипуляция. Это не манипуляция. Я готов ответить за любые поступки маркетинга и всегда говорю одну простую вещь. Маркетинг всегда такой, какое общество, какие ценности и культура общества. Точно так же такая же и церковь. Какое общество, такая и церковь. Понимаете, такой и маркетинг. То есть маркетингом можно сделать великие вещи, я вас к этому призываю. А можно, в общем-то, и манипулировать, конечно же, просто. Так, дизайн – это важнейшая вещь. Дизайн продукта, дизайн упаковки. Я работал в совете директоров одной международной крупной компании, они работали на рынке B2B. Ребята уделяли внимание даже дизайну палет, упаковки, которые просто на склад они развозят своим ритейл-сетям. Даже это очень важно, потому что это влияет на вашу репутацию, на восприятие вас в глазах ваших партнеров на рынке B2B, а соответственно взаимоотношения на надежность, цены и все прочее. Упаковка, да, как я уже сказал, и качество упаковки, и дизайн, и ее внешний вид, и все остальные вещи, которые показывают заботу о продукте потребителя. Ну, наверняка у многих из вас есть
кто-то не хочет назад вернуться, хотя упаковку да еще раз. Скажите, кто когда-нибудь имел первый сексуальный опыт с продукцией Apple? Ну, первый, наверное, все имели вообще, да? Я имею в виду с продукцией Apple. У кого был первый сексуальный контакт? Были, есть такие, да? Вы помните это? Вот, это по-другому уж не назовешь, да? Я в жизни помню два момента, да? Свой первый сексуальный опыт и когда я купил первый Apple. Это незабываемо просто. Ну, вы помните, вы открывали коробочку, да? Вот, вот, трогали, вот руками гладили, да? А когда он начинает с вами разговаривать, ну, вы помните это? Это же... Это нереально. У меня есть в Киеве одна знакомая, она доктор философии, и она вот говорит, что вот посмотрите, как люди общаются с вещами. Она анализирует мифы, и вот я иногда приглашаю как гостя в свою программу. Мы же разговариваем с компьютером. Вот когда компьютер завис, что мы ему говорим? Ну, пожалуйста, перестань висеть, да? Дорогой компьютер. Ну так, мы же с ними разговариваем, правда, мы просим, как общаемся, как с людьми. Мы их... Это же эмоции, правда? Мы же не говорим, наверное, у него там снизилось напряжение на пару там этих герц. Мы говорим, вот мой любимый компьютер, что же ты опять завис? Как же нехорошо ты поступил? И что же я могу с тобой сделать, если ты сейчас не заработаешь? Так вот, обратите внимание, как Apple работает с упаковкой. Это нереально. Вы же, наверное, наверняка знаете, что продукция Apple еще уникальна тем, что внутри компьютеров, вы знаете, что с первого дня их запретили вскрывать, да, нельзя было апгрейдить. Там внутри дизайн такой же, как снаружи. То есть внимание уделялось абсолютно одинаковое. Я часто бизнесменам говорю, а когда прихожу в компанию, например, там пригласили в Advisory Board или мы по какой-то другой причине встречаемся, я всегда, чтобы понять, что это за компания, кроме презентации красивой, где они там герои и там лучшие в мире, я иду, знаете, куда? Иду на склад, иду в туалет. Вот на складе в туалете я вижу зеркальное отражение, что в голове владельца компании или директора этой компании, кто там ответственный. Бывает владелец, сам же директор, бывает просто там наемный директор. Зайдите на склад и в туалет, и все, это отражение внутреннего мира. Вот, потому что в бизнес такая штука, когда предприниматели никогда во внешнем мире не создадут ничего того, что не родится внутри. Поэтому все, что у них отражается в их действии, это есть отражение внутреннего мира. И туалет и склад в нашей культуре показывают абсолютно весь внутренний мир. Мерчендайзинг – это такая вещь. Вот у нас был проект «Ювелирная сеть». И мы зашли в эти магазины, долгое время думали, что же с ними сделать, как повысить продажи. Вы знаете, что вот вы смотрите на ювелирное украшение через стеклянный бок, там оно лежит на какой-то такой подложке. Вот мы взяли и поменяли цвет этой подложки, и продажи выросли, и магазины изменились, восприятие магазина изменилось. Просто цвет поменяли. Оттенок цвета изменили. А потом сделали еще одну интересную вещь. Потом изменили угол наклона света лампочек. Но эту технологию мы еще в Бракаре применяли очень серьезно. Бракар это одна из самых... Магазины Бракар это одни из самых освещенных в мире, чтобы вы понимали. Да? К счастью, мы можем позволить себе это в Украине, потому что в Украине свет стоит недорого. Да? Другие страны просто не могут это сделать. Поэтому Бракар размахнулся, конечно, и свет. Свет это одна из фишек таких бракаровских. Я уже сейчас могу об этом говорить, да, потому что 5 лет в компании уже не работаю. Это на самом деле большой секрет был. Компании начинали с того, чтобы достигнуть 1200 люкс на полу. Потом довели до 2000. Бракаровские магазины всегда располагались в правильном месте, и правильная работа со светом направляла потоки потребителей, вылавливала из потока в торговом центре. Вы это никогда не осознаете. Вы будете думать, что вы такие рациональные, такие умные, и вы осознанно идете делать покупку. Вы будете идти за теннисной ракеткой и купите Гуччи. Или Армани. Потому что свет, потому что потом идет профессиональная работа месседжами, имиджами, потом профессиональный продавец, индивидуальная консультация. И если вы попали в лапы профессионалов, то будет у вас... То есть сегодня возникает такая ситуация, когда вы идете в торговый центр, то в принципе всегда существует разница между тем, что вы думали дома вы купите, и то, чем вы вернетесь. Да? И обычно бывает так, пойду-ка я куплю одно, прихожу, покупаю другое, возвращаюсь, думаю, нафиг мне нужно было первое и второе. Это так мыслят наши рациональные потребители. А если денег нет, то, конечно, они рациональные. Итак, следующее. Так вот, мерчендайзинг, поймите, это гиперважная вещь. Вот шикарные продукты, товары ваши. Просто если это цивилизованная, кстати, уже опытная, взрослая, серьезная западная компания, которая уже заплатила миллионы за свои ошибки, они уже знают, что это важно, что нельзя новый продукт выпустить без коммуникации, без мерчендайзинга, как это в мостика очень важно. Ну, это турки это понимают с рождением, да, они вот в роддоме он только появляется на свет, он сразу понимает, что мерчендайзинг это одна из тех вещей, которые сделают меня успешным в жизни. Как я на базаре хурму выложу, да, вот так и жить буду. И поэтому, я шучу, конечно, да, на Восток, но, кстати, вот Турция и Польша – это две страны, на которые нам нужно смотреть и многому у них учиться. Они очень хорошо умеют работать и многому нам показывают, как нужно вести бизнес и торговать. У нас мерчендайзинг игнорируется. Обстановка, канал продаж, рекомендодатель.
бойтесь иногда идти в кобрендинг с теми рекомендателями. Знаете, иногда, когда вас рекомендуют, может быть, лучше бы вас этот человек и не рекомендовал. Понимаете, о чем говорю, да? Потому что из уст вот просто канал или рекомендатель могут убить восприятие вашего продукта просто в разы. Поэтому думайте, с кем вы коммуницируете, с кем вы контактируете. Следите за чистотой ваших, ну, о чем не говорить, все равно о сексе, да? О ваших половых, о чистоте ваших половых связей, да? Ну, это медики меня, видите, на эту тему посадили, у них все же заключается в медицинских терминах. Physical evidence, это называется физические доказательства. Если вы работаете на рынке услуг, то вы знаете, что в классическом маркетинге на рынке товара есть 4 P, для услуг есть 7 P. Слышали об этом, да? Эти три дополнительные P – это physical evidence, это people и process. Что такое physical evidence? Вы когда в парикмахерскую приходите, ну, у меня риски небольшие, да? А вот глядя на девушек вокруг, я понимаю, что у них риски в новой парикмахерской, они существенные. Откуда вы знаете, вот, как вы оттуда выйдете, как Игорь Гуд, вот, или так, как вы хотели? Как вы это можете определить? Включается physical evidence. Во-первых, смотрите, оцениваете прическу человека, который взял в руки ножницы, да, и стоит перед вами. Что вы делаете? Вы смотрите, там, какие там, чем там пахнет, какая-то машиночка лежит какого уровня, да, вот, какие там вокруг зеркала, диваны, ремонт, какие висят дипломы. Каждый из нас что-то считывает, улавливает, иногда и подсознательно. Но вот это все physical evidence. Для каждого бизнеса эти физические доказательства услуги, они играют разную роль. Они должны быть разными. Это не всегда должно быть что-то там роскошное, люкс. Потому что если вы продаете, например, какую-то высокоточную технику или что-то такое, не, ваш бизнес наукоемкий, значит, например, наличие просто очков на вашем торговом агенте, даже если у него 100% зрение, оденьте на него очки там нулевые, он уже будет производить впечатление гораздо более компетентного человека. Да, и он, вот посмотрите, он будет пробиваться в кабинет к главному инженеру гораздо чаще, чем люди без очков. Потому что его очки будут играть роль physical evidence. И производить, он может быть скромно одет, но очки будут производить, что это компетентный человек, и есть смысл потратить на него время. Потому что риски потребителя – это не только потратить деньги, это еще потратить время на вас и потратить свою репутацию. Если вы работаете в сегментах верхних, там есть другой более важный риск, и он оценивается первым. Если я выйду из вашего магазина, меня кто-то увидит, или я приеду на автомобиле, который я у вас купил, или куплю у вас там аромат, или куплю у вас одежду, или что-то еще, или даже просто пойду продукты питания покупать в ваш супермаркет, это ударит по моим репутационным рискам или нет? Понимаете? Чем сегменты выше, тем репутационные риски, они важнее. Какая там рациональность? Там репутационные риски. А потом ниже идут сегменты, элементы, связанные уже с потерей времени и только потом деньги. Но в каждом сегменте есть разный подход. Сервис, услуги – это гиперважно. Для услуг сервис критичен. Опять же, от вашего типа бизнес-модели сервис может быть более важным, менее важным. Это нужно анализировать ваш тип бизнес-модели. Но зачастую, ну, вы должны понимать простой тренд. 5 лет назад в Украине можно было продавать улыбки, за них платили. Сегодня это must-have. Хороший сервис – это must-have. В большинстве случаев он вам роли не играет. Процессы. Тоже я говорил, да, особенно для услуг это гиперважный момент, это процессы. Как отработанный процесс. Вот человек вам позвонил в вашу компанию, у меня есть коллега мой, друг Олесь Пищак, он занимается такой штукой, как аудит продаж. Вот он несколько дней делает аудит, что он делал? Он просто вот звонит в компанию, звонит клиентам. Часто бывает так, он сидит с владельцем, они присутствуют, владелец компании или директор, звонят в его же компанию. И по громкой связи он пытается что-то купить. Вот 90% случаев, когда я присутствовал на таких вещах, да, нужно было, я всегда жалел, что мы не взяли что-то для сердца. Вот. Потому что вы даже не представляете, вот вы сидите здесь, думаете, что ваша компания все идеально. Попробуйте позвонить в свою компанию, купите там что-то. Да вы обалдеете просто. Да? Мне часто приходят люди, рассказывают мне, какие они потрясающие золотые, а потом Олесь, например, пытается что-то купить и говорит, смотри, я отправил 3 письма, вот 2 недели тишина, молчание. Я написал, что я хочу что-то купить. 2 недели кто не отвечает. Это же правда, да? Вы не сомневаетесь в этом? Так, чтобы вы понимали, клиент раздражает. Если он вам звонит, ну, во-первых, там эта дебильненькая музыка, которая там включается, да, вот эти индивидуальные вкусы, оставьте их где-нибудь там для друзей, да, они нигде не должны быть. Это индивидуальные вкусы. Это просто риски вы повышаете, как только вы какой-то элемент включаете. Ну, если больше 3 гудков, это потребитель раздражает, вы же это знаете. Ну, это элементарные вещи, я вам рассказываю, но вы должны это понимать. Это сервис. У меня есть друг один, он говорит, мы как-то встретились, я говорю, слушай, там у нас в клубе есть... Он делает кухню. У нас в клубе есть парень, который производит какие-то комплектующие. Я говорю, слушай, давай я вас познакомлю, будете покупать. Он говорит, так я его знаю. Он говорит, ты знаешь, я не дай бог, ты что, я у него буду покупать, только если вот вообще уже нигде не будет. Вот, да? Вот,
в радиусе там 10 тысяч километров от Украины, если не будет, все, я тогда пойду к нему. Я говорю, что такое? Ну, потому что ты понимаешь, я к нему прихожу, во-первых, ты стоишь в очереди к менеджеру, пока подождешь, пока у них там очередь. Потом ты, значит, выписываешь у одного человека на одну накладную, в другом месте идешь, платишь, в третьем тебе что-то еще выписывают, потом приходишь на склад. Там опять стоишь в очереди, тебе это собирают. Вот на складе говорят, вам неправильно выписали. Ты идешь, возвращаешься назад, тебе переписывают. Они переписали, приходишь на склад. Они говорят, блин, так вы же не заплатили. Идешь, платишь, бухгалтерия закрылась. Твою мать, на следующий день приехал, опять все это прошел, пришел на склад. Они говорят, так пока вы там оплачивали, закончилось. Идешь, переписываешь, хорошо, давайте вот то, что я не хотел. Пришел, все, три дня убил, все, все процедуры прошел, слава богу, счастливо уехал домой, через неделю привозят не то, на складе спутали. И я вам рассказываю сейчас не сказку, это реальная история. И если вы думаете, что у вас по-другому, то я думаю, что вы живете тоже в своей виртуальной реальности. Очень воспринимаемой. Внешний вид продавца, да, мы немножко об этом говорили, это понятная вещь. Или исполнителя услуги. И даже его речь. Американцы проводили исследования, записывая, вот сажали просто группу людей, не экспертов. И они наблюдали за другими людьми, когда их просили прочитать басню. Они читали какую-то басню. Потому как человек читает басню, по его речи, с вероятностью 80-90% можно определить, к какому социальному классу он относится. Речь – это гиперважная вещь. Гиперважная вещь. Именно поэтому я с вами сейчас говорю на русском языке, потому что я хорошо говорю на украинском языке, но не excellent. Понимаете, не идеально. И во время моей речи может появиться 3-4 слова паразита, что испортит впечатление обо мне. Поэтому я предпочитаю, лучше я буду говорить на чистом русском, потому что, ну, к сожалению, так сложилось. Да? Я родился, вырос на Волыне в украинской среде, а потом уже уехал после 10 лет, сформировался в русскоязычной среде. Больше преподаю на русском языке. Поэтому на русском говорю более чисто. А это тоже влияет на восприятие. Вот все эти факторы, о которых мы с вами поговорили. Но еще раз подчеркиваю, это маленькая капля, которую я вам показал. Это маленькая капля в море. В вашем бизнесе есть много других вещей, на которые вы должны просто обратить внимание. Но накачивайте долю этой воспринимаемой реальности, увеличивайте ее долю в общем наборе ценностей. Не могу не прорекламировать программу, которая у меня будет в конце ноября, 27-28, двухдневная программа в Киеве, стоит на 7700 гривен. Это 2 дня полных. Там мы говорим о модели успешной компании. Если вам это будет интересно, вы можете прямо сейчас отправить смс со словом ДНК, вам пришлют информацию об этой программе. Да, если вам интересно, отправьте на этот номер СМС. Ну, а владельцев бизнеса приглашаю, если интересно, в марте мы будем стартовать шведскую программу Divavi, вот она слева. Приглашаю вас подать свои анкеты, мы с радостью их рассмотрим. Вот. Ну и всем вам желаю, чтобы вы жили в очень счастливой воспринимаемой реальности, чтобы ваша, пусть она нереальная, эта реальность, в которой вы живете, но чтобы она была обязательно очень позитивной и счастливой. Вчера читал Ниелова, хорошего моего приятеля, который «Черный квадрат» основал, знаете, такой театр в Киеве. Вот. Очень такой вот нишевый, нестандартный театр «Черный квадрат». Ну, я думаю, что вы слышали. Вот Ниелов сказал там простую, примитивную вещь. Он говорит, вот жизнь настолько короткая, что я просто выбрал позитив. Надо просто прожить ее в позитиве, не обращая ни на что внимания. Так что я вам желаю, конечно, быть богатыми и успешными, но обязательно гораздо более важно быть счастливыми и веселыми. Так что будем счастливы. И, конечно, я хочу просто, не просто спасибо, я хочу просто низкий поклон Володе, потому что то, что он делает, я знаю, что это уже за эту осень, это уже третья такая встреча, четвертая уже даже, да? Это уже четвертая зустреча такая у Львове, это что именно робот, это, ну, все просто. Я просто, разумеется, какие-то энергии забираю, потому что мы... Довго скучав, да? Але, ну, це людина, яка стільки віддає, стільки створює, да? І дякую вам, що ви приходите, ви робите дуже правильно. Нам взагалі, українцям, дуже не вистачає цього, цих комунікацій. Це називається соціальний капітал довіра. Ця довіра, вона знищена Радянським Союзом, але без цієї довіри не буде майбутнього. А формується ця довіра, ну, виключно через такі зустрічі, коли ви приходите і спілкуєтесь. Тому одне діло, ви послухали зараз мене, да і попередніх цікавих доповідачів, але набагато головніше буде, якщо ви зараз візьмете каву, почнете знайомитись. Я вам дуже раджу, це нас навчили шведи з 2006 року. Не замикайтеся зараз, не спілкуйтеся тільки з тими, з ким ви прийшли. Доставайте візитки, просто підходьте, знайомтеся. Але не падайте на вухо надовго, да? Познайомились кілька слів і далі. Дякую вам, да. Смачної кави.